Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Суба. Сегодня будем играть за одного из этих двух красавцев, и это будет у нас, конечно же, Тень Рави, потому что 100 гемчиков это 100 гемчиков, а 3000 монет, ну это смешно. Слишком смешно, чтобы было реальностью. Поэтому, да, будем играть за Тень Рави сегодня, будем делать киллы. Но тут, как бы, видите, в этот раз сложновато немножко по заданию, потому что сделать 12 убийств с Рави или с... Ну, конечно, со скином Тень Рави или со скином Черный Лебедь Мило и получи невероятную награду. Или награды, хотя написано здесь, да. Странно, как-то вроде дадут одну из двух, но... ну, в общем, разрабы. А можно не одну из двух, возможно, дадут, если вы сделаете 12 хилов за Равика, возможно, дадут 12... Ну, если, короче, если сделаете по 12 хилов за каждый персонаж, дадут две награды вот эти вот, скорее всего, раз они тут написали это, да. Но, как бы, 3000 монет, я не знаю, кому это, ребятки, нужно. Кто вы, у кого есть скин на Мило и кому нужны эти 3000 монет, я не знаю. Поэтому давайте перейдем дальше. Суть акции. Вроде тут написано, что не очень понятно. Ну, в общем, одна награда за одного персонажа, и как бы акция действует с 15 по 16 число. Ну, один денек, как вы знаете, там ночью начинается, ночью заканчивается. Вот такие дела. Дальше. Что там, завезли крутой ивент, причем действительно крутой. Разработчики мне заранее подкинули немножко на него энергии, поэтому будем проходить. Но давайте сначала покажу вам не финальную награду за этот ивент, да, ну, вы все равно видите, как бы. А вот на чем выполнять его? Пеппер, Олив, Фази, Мило. Понимаете, да? И дополнительные Пеппер, Купидон, Роник. Ну, короче, 10 очков за килл. На вот этих вот мы монстрах, в кавычках, конечно же. Я не знаю, как мы будем на мы монстрах делать киллы. Возможно, на Фазике получится пройти этот ивент, но у меня вроде прокачанный. Ну, по рейтингу. Ну, короче, не знаю. Возможно, еще кое-как, может, можно будет на Пепере попробовать, на Оли, ой, точнее, на Мило. Но я на Оли вообще не знаю, там надо будет прям влиться в этого панду, чтобы нагибать, поэтому сложно будет. Но награды вот такие, 3 легендарных сундука. Вопрос, сколько до них будет времени идти, плюс сейчас этот ваш тон мне еще действует. Не знаю, правда, никогда не закончится, но вариант неплохой. Поэтому мы попробуем как минимум пройти, но я думаю, знаете что? Если здесь вот мы дойдем до какого? Раз, два, три, четыре. Ну вот если вот до сюда дойдем и тут будет там, знаете, 300 очков, я не пойду дальше. Ну это реальная душнина, оно того не стоит. Ну сами посмотрите, тут по 5, ну 10 очков за килл на таких персонажах. Ладно, были бы нормальные персонажи еще, да? На которых можно в солох боях нормально поразваливать. А тут на вот этом вот проходить такой вот ивент, конечно, хочется, но... Сами понимаете, реальность его зашкаливает прям невероятно. Но посмотрим все равно. Два жетона, как видите, не работают. Жетоны на нового персонажа, как видите, не выпадают. Ну, там немного напало, поэтому попробуем, поиграем. Ну, а сегодня за Равика. Командные бои, сборочка. Супер элитная, да, куча легендарных предметов. Кто там говорил, да, что у меня одни легендарные предметы. Ну, вот они есть. Да, какие-то там, какие-то выпали когда-то давно. Зачем, непонятно. Ну, короче, это еще старые, знаете, когда в те времена, когда эти два предмета были не легендарные. Ну, а этот выпал, и не знаю, зачем он мне нужен. Такие вот дела. Хотя для соло боев, знаете, неплохо, так для ивента поможет. Если кто будет проходить, конечно же, на ивент. Там берите, да. Пятый уровень, он прям... Что 12, что 5, разницы никакой. Почти что. Ладно, в общем, отправляемся в бои. Сборка как бы идеальная для нашего Равика. Правда, взял я, как видите, вот этот вот предмет. Можно было вместо него взять, конечно же, что-нибудь, что на соло выживание, типа бинта. Мне там многие писали, вот, бинт не самый лучший вариант для выживания. Да-да, в командных боях не самый лучший. Против, точнее, с командой гениев это один из лучших предметов, как по мне, для выживания. Как вам этот радиус обзора? Слабенький, да? Потому что она как бы на луке нельзя двигаться, да, и смотреть, а здесь можно. Ну, слабое, слабое. Просто, какое же слабое. Сандали святого у меня, кстати, тоже нету. Хотя вот можно было и, кстати, взять, у меня там 12 уровень, в принципе. Вместо чего? Вместо вот прекрасного дефибриллятора, который все равно не сможет реализовать, скорее всего. Но это не точно. Так, ну что, надо идти к нашей команде. Погнали. Команде. Не знаю, вот, кстати, тоже. А может, скина просто нет, наверное. Но надо играть за Тень Рави, потому что только за Тень Рави вам дадут 100 гемов. 100 гемов. Ну, 100 гемов лишними не будут, как говорится. Это шанс там вот, в лабиринте в текущем дойти до нормального этапа и залутать с него легендарный предмет. Да. Поэтому, да, ребятки, нынче гемы это штука полезная, хотя бы для вот таких вот вещей, для того, чтобы их делать, да? Так, что у нас они там стоят? Ну, гении, чего вы что там стоите? Пойдемте. Кстати, с чего обзор будет выше? С этого? Или с копья? Или с этого?
Не, с этого выше. Блин, понимаете, с активного навыка обзор выше, чем с копья. Офигеть, золотого. Может, легендарное сравняется, но пока нет. Ну вот, вот что это значит? Ну вот, как так? Ну, мы будем все равно бегать с копьем, потому что копьем проще, потому что им нужно управлять и нажимать кнопочку. Ну, удобно, короче, первый урон наносить в бою, а это дает как бы преимущество сразу же, да? Поэтому бахать нужно. Плюс мы бахаем на автоатаке, поэтому делаем тоже так. Так, вижу противника. Не вижу препятствий. Правда, сейчас препятствия увидим, да? Закидываем урончики всякие разные. О, в орла попал, видали? На тебе плюху. Еще плюху на. Ну, гений на роли. А я развернуться успел. Вот так вот, ребятки, да? Мощь, сила, павлина, равия, первобытный инстинкт, все дела. Позволяет вам делать очень многое, если честно. Ну, разворачиваться вот так вот, дамажит кучу урона. Правда, орел не видели, снес там. Что-то он мне снес, да? Это змеюка просто трикошетила, что ли, или что? Или то я в нее чем-то попал? Блин. Видали, через текстуру автоатакой просто. Слабая, слабая игра. Слабая, слабая. Вот что делать, ребятки, автоатака через текстуру. Угу. Именно. Чтобы вы так хоть раз прицелились, да? Ага. Ну, вы видели, вот через этот камень пострелил просто. Просто через этот камень вот так вот бац. А, хотя да, он простреливается. Ладно, ладно, тогда забирай слова назад. Он простреливается. Частично, конечно же. Ну, тут как бы он немножко ниже расположен, но это не важно. Че, победка у нас уже почти в лапках. Точнее, в хвосте нашего павлина. Нам бы кило побольше сделать. Тут 12 надо что-то замутить. И там вроде было написано, что считаются все килы, но это не точно. Может, они все-таки не все. Блин, они убегают так-то. Убегатели. Убегатели, не убегайте. Ну, блин, ну что ты... Вот, посмотрите, куда он бежит? Зачем он бежит? Что это такое? Вот что это за гений? Зачем они бегают? Непонятно вообще, ни разу. В чем прикол этого бега? Два копья. В чем прикол этого бега? И зачем он нужен? Сандали святого на них все 8 уровня. Ну, понимаете, да, самый полезный предмет. Бочку он залутал, бочку залутал. Зачем он бочку лутал? Зачем? На что он... Зачем он вообще бегал только что? На что он рассчитывал? Гениев не понять, к сожалению. Ладно, изи каточка, в принципе, взята. Киллов мы набили 5, по идее нужно еще 7, если там все-таки засчитываются все киллы. Хотя, мне кажется, нам нужны все киллы засчитываться, потому что, ну а что? Зачем париться и там делать киллы по ботам не без зачета. Ладно, кстати, по поводу лабиринта там еще будет видосик. Посмотрите тоже. Я про не знаю, куда его впихнуть, к сожалению. В общем, да. А что у нас забаговалось? Ну пофиг, ладно, все равно в командный бой, наверное, зайдем. Надеюсь. Если не зайдем, то выйдем, если что. Не, ну вроде зашли. Вроде норм. О, там уже какой-то Рави смотрит. Надо ему подмигнуть. Правда, ничего не видно из-за морды хамелеона. Ну, что поделать, что поделать. Так, ну что, у нас там два склада сверху, по дороге залутаем их. И да, ну, да, когда будем идти до верхнего рави, там, кстати, еще один рави, ё-мо. Тут рави прям повылазили из... как из одного места, да? Видимо, все хотят 100 гемов залутать, просто за 12 киллов. Почему бы нет, как так сказать, да? Изи гемы. Это вам не 1000, с чем-то там, 400 или 600 рейтинга бустить ради гема, да? Это поменьше. Ну чё? Блин, копье, правда, не залутал. Амелёш, давай, лутай, красавчик. А ботик вон там, вот там, вот там вот. Надо идти сейчас за ботом, вот сюда вот, красивенько. Потому что ботики нам пригодятся. Блин, мои киллы. Позвал, называется, на свою голову друзей, которые киллы не дают делать. Ладно, одного бота хотя бы убили, то хорошо. В принципе, теперь можно выдвигаться, подраться. Правда, у нас один куда-то сбежал, да? А нет, он под куполом стоял. В принципе, он тоже должен был получить все аптечки. Поэтому у нас все... А как он там оказался, если они были на центре? Кто-то понимает? Логику, логику, логика, выходи! Логика, мы тебя ждем. Да нет, не понимаете, ребятки, нет, это просто какая-то больная змея отделилась от склада, скорее всего. Ну и вот так вот получается. Ну, возможно, они просто в кусты ушли влево, да, сразу. И потом один из них ушел вниз под купол. Ну, короче, возможно, такое было. Мы, ребята, решили пойти в зону на край. На край, красавчики прям. Я пока рисковать не буду. Вот там тень рави. Еще один красавчик. Так, ну он, кстати, тоже 15 уровня, нужно не забывать об этом. То есть противник не самый слабый, по-любому. О, феромоны на этом, понимаю. На тебе плюху. Просто, как же красиво мы его разваливаем. Какая же красота. Тут, правда, у него защитник появился.
Да, небольшой такой. Я там отрикошетил, по идее, но оно что-то не отрикошетило. Стандартные, так сказать. Бахаем урончиком сейчас тут каким-то непонятным. Так, нужно держать дистанцию и выходить из зоны. Красивенько. У нас, правда, проблема, они сейчас там все аптечки залутают, как бы. Вот, кстати, наверное, та змея, которая меня бахала. Ну чё, гений на змея, попробуй теперь попасть мне. Давай, покажи силу. Силу, мощь, все дела. Ну, змея сама себя убивает, красавец. Просто красавец. Батя змей, батя змей. Моя команда умирает от одного волка. Ну, а чё, да? Они же сильные. Чем мне умереть? Сильным, сильным смерть не нужна. Точнее, жизнь не нужна. Змею добиваем. Ну, или пытаемся добить. Правда, у меня почему-то уже не успело сработать. Ой, надо льва добить, а то он бесит меня. Тоже. Ну, сейчас волка. Ну, конечно. Ну, все, ну, короче. Какие же у меня донные тиммейты просто. Осуждаем такое. Просто осуждаем. Ну, вот нулевые. Нулевые просто. Я их соло сношу. Ну, противников я имею в виду, конечно. Блин. Ну вот, не по ним... Чуть-чуть не хватило, я бы затащил. Какие же, блин, просто донные. От одного волка вчетвером умереть. Ну, это ж насколько нужно быть каким однокнопочным, ребят? Там даже кнопки не нажимали. Там ноль кнопочные. Ноль. Блин, я еще не глянул, сколько киллов сделал. Ну и в принципе, пофиг. Конечно, обидно, если честно, вот такие бои проигрывать, когда ты вроде делаешь все правильно, там столько урона вкидываешь противника, ну твоя команда просто нулевая. Они просто стоят, смотрят и умирают. Хоть бы не умирали. Хоть бы просто стояли и смотрели. Можно же было просто бежать и нажимать кнопочки. Ничего сложного. Даже я бы всех убил там, понимаете, один. Да, нужно было бы время, но я бы их всех убил. Там они и так все уже были почти полумертвые. Но нет же, этим гениям же нужно, конечно же, ворваться и умереть. Точнее... Волк к ним прибежал, и они умерли. Вчетвером. От одного волка. У них там все нормально, наверное. Ну, по-любому нормально. Как можно быть по-другому? Как можно умереть от... Он был 12 уровня. Там были какие-то вроде 10 уровни, 8, 9, что-то типа того. Ну как они могли умереть? Ну, просто кнопочки нажмите, волк умрет. Не, сложно. Сложно. Невероятно. Ой, игроки в зубах. Каждый раз радуют. А против меня видели там адекватный склад. Почему-то. Совпадение, наверное. Мне, в принципе, сейчас усиление волка просто не нужно, поэтому я его не беру. У нас сейчас непонятно, где будет и как замес. А вот когда уже нужно будет драться, тогда да, тогда усиление волка нужно будет. Ну, вряд ли он его кинет, скорее всего. Обычно так игроки на этих волках не делают. Так, надо сейчас Брюса догонять. И убивать. Ага, вот. Ну, он повыл, только надо было повыть долго, а он мало повыл. Какой-то странный волк вообще не реализуется ни разу. А вот, начал быть, наконец. Ну, все, пошли, пошли в разнос. Все, выходим и разваливать идем. Бахаем. Моя команда слепых. Понимаю. Стандартная практика. Я тут трипл-киллы делаю, дабл-киллы. Они только пришли. У них все норм. У них тайминги. Тайминги. Да. Ну, можно так и назвать. Так, мне по мне этот кто-то там луком кидает своим. Ехидна какая-то. Всегда. Что, противники там еще есть, да? Еще один склад какой-то. А вы кто такие? Я вас не звал. Так, волк просто дал небольшой скор. Не знаю зачем, правда. Там вроде еще догоняют кого-то. Так, надо капканчик один поставить. Пусть щиточек лутанем. Щиточек будет полезный для Равика. Так, ну что? Добили всех, что ли? И тут он кого-то добили вроде как, да? Ну, остался последний склад. Сейчас будет замес, надеюсь, интересный. А вот и они, кстати. Друзья, ага. Они были, их нету. Вон, восьмая дона. Понимаю, понимаю. Тиммейты. Тиммейты, которых заслужил Генри. Сочувствую бедному Генри. Ну, хоть килл мне дали. Ладно, давайте пойдем сюда, нам нужно килл сделать. Дону, кстати, было бы проще словить, наверное. Блин, я сейчас убью, да? Ой, как же... Как же неудобно так гоняться на Рави, а? Сейчас кролик скипи добьет. Ну да, конечно. Короче, 5 киллов нету. Хотя, ну, слушайте, 6 киллов. Вроде как мы, получается, добили квест. Этот прекрасный, но это не точно. Ну что ж, ребятки, будем на этом заканчивать. Такой сегодня павлин Рави. Красивый, мощный. Я бы сказал, сильный.
Ну вот вторая команда подвела, могли бы вытащить красивый бой и была бы красивая победка. Но, к сожалению, не повезло. Не повезло, кнопочки нажимать слишком сложно, поэтому что имеем, то имеем. Пооткрывайте сундучки в X2, жетоны, пока они не пропали. Ну и все такое. Возможно, кстати, к вечеру они уже пропадут, вы же знаете разрабов, они любят такое дело. Это все. Если видео вам понравилось, то желайте, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Проходите вот этот прекрасный ивент, если сможете. Всем пока-пока.